В Башкирии ухудшилась криминогенная обстановка. Неутешительные итоги 2020 года подвели на заседании Курултая Башкирии. Так выросло количество изнасилований со 110 в 2019 году до 317 в прошлом. Значительный рост статистика получила за счет преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, на 17% выше показателей 2019 года. В прошлом году нами совместно с сотрудниками уголовного розыска Министерства внутренних дел раскрыты два уголовных дела о серийных преступлениях, совершенных в отношении детей. Оба совершены в городе Уфа в период с 2017 по 2020 год. По одному из этих дел дядя совершал насильственные действия на протяжении 3 лет в отношении племянницы. 322 факта выявлено. По-другому, отчим длительное время совершал аналогичные преступления в отношении дочери-сожительницы. 118 фактов. При этом многие преступления остаются латентными. Из-за того, что сами девочки были напуганы, а их мамы не сообщили в правоохранительные органы, эти преступления долгое время не могли быть раскрытыми. Также Чернятьев отметил, что фактов такого семейного насилия в Башкирии совершается достаточно много, но большинство из них остаются незамеченными.